Владелец этого Porsche Cayenne, наш постоянный клиент, он уже делал до этого Mercedes. С большим объемом Porsche Panamera. С большим объемом. И здесь также большой объем, 4,8 литра. На самом деле, когда едешь на такой машине, в стоке грустно и скучно, и хочется плакать. И хочется плакать. Это от того, что такой объем, и ничего не слышно. А вот мы сейчас прокачали машину, я только что выезжал, и мне прям хотелось радоваться и улыбаться, потому что она мурчит. Такой послушный на дороге, приятный тигр или лев. Не можно таких. Ощущения именно такие. Послушности, но вместе с тем очень большой дикости. Потому что когда нажимаешь на газ, ощущение скорости и ощущение от звука, они совпадают. И вот это вот совпадение, оно приносит ультра-мега-классные эмоции. В общем, я не знаю, как это передать через камеру вам, но знаете, владельцы именно таких машин, будьте мега-счастливы, когда у вас будет прокачан выхлоп. 4.8 Porsche Cayenne.